по росту промышленности, вот действительно рост, сегодня Батырхан Дюсебаевич говорил, что рост идет промышленный, но это не заслуга Акима, это заслуга корпорации «Казахмыс». Надо развивать бизнес, об этом мы говорили. Карта поддержки предпринимательства по городу Жезган. С 2010 года всего 9 проектов. Это очень мало. И так можно бесконечно продолжать. Инвестиции снижаются. Показатель каждый год вот снижается. Можно это объяснять кризисом, другими. Но везде идет кризис. Во всех, не только в Жезказгане был кризис. И в Балхаше был кризис. Я сравнивал Балхаш, Жезказган. Совсем другая картина. Или Темиртау. Доля Казахстана содержания здесь на 28% снижена. Потом какие были, выращивали арбузы, дыни, это овощи, талапи, кенгир, все вы знаете. Это орошаемые земли. Там 4,5 тысяч гектаров орошаемых земель, мы все помним. Я думаю, если Акиму заняться, да, командой, можно организовать эту работу. Все эти провалы, все это будем наверстать.